Привет, дорогие друзья, гости моего канала, подписчики, всех приветствую. Сегодня опять вам хочу показать наш поселок, где я живу. Вот прямо по курсу костел и школа, белые здания. А сейчас вам покажу совершенно новый микрорайончик, который отстроился в течение 5 лет, наверное, последних. И вот сейчас пройдет мой транспорт. Сейчас буду идти потихонечку и вам показывать. Мы недавно катались на великах и вот случайно сюда забрели. Там сейчас вам покажу. Здесь даже вот деревянная постройка. Это остановка будущая. Это конец села. И сейчас пройдемся. Возможно, где-то я буду молчать, потому что, чтобы не провоцировать людей на ругань. Ну, не думаю, чтобы здесь мне сделать замечание, но все-таки нежелательно, чтобы видели, что здесь делаю съемку. Возможно, не всем понравится, что я тут снимаю, поэтому так будем идти потихонечку, я вам буду показывать. Ну, это вот поле. Вот тот, те домики я уже показывала, край села. Ну, и здесь вот такие вот домики. Где-то уже обустроено, где-то еще не совсем. Здесь вот заборчик небольшой, собачка. А где-то вообще нет забора. Вот дальше живой забор построили от соседей. И с правой стороны тоже живой забор. Так красиво, мне нравится. И пыль задерживает, и звуки задерживает. Ну и так-то защита. Посмотрите, вообще газончик. Все кустики, все ровненько и чистенько. Чехи. Как-то они не огородный народ. Редко где увидишь какие-то грядки или что-то такое. Они вот газончик, у них кустики, цветочки, все. На этом закончилось. Так, вот здесь тоже ручка для деток. И батуты, горки. Ну, домик тоже такой аккуратненький. Хочу вот в таком домике жить. С виду он как бы одноэтажный, а раз под крышей там... Второй этаж, как правило, там спальня. Вот. Тоже все простенько. Никаких выкрутасов. Все, газончик, цветочки. А здесь вообще мы соседи как понасадили. Это как туя или можжевельник, не знаю, как называется. Это деревья вечно зеленые. Ну, здесь вот еще улочка, даже можно сказать проулочка. А, между прочим, в Чехии, не как в России, участки продают там столько-то соток, там 3 сотки, 10 соток. Нет, здесь квадратными метрами продается земля. Ну, здесь даже ворот не закрыты, а здесь вообще нет даже никакого забора. Видимо, и не хотят строить. Вот. Земля здесь тоже дорогая. Ну, как и везде земля дорогая. Я подозреваю, что все эти дома построены в ипотеку, в кредит. То есть люди на крючке у банков. Иначе никак не построишь. А жить где-то надо. Вот как красиво. Все прям чистенько, ровненько. Мы уже подходим к концу улички. Все зеленое. Молодцы чехи. Умеют красиво себе построить все, обустроить свое жилище. Ну, здесь пристроили, посмотрите, если видно, не видно, стеклянная такая, как оранжерея. То есть и зимой там можно какие-то цветочки. Кустики
держать в этих в катках, в горшках. Или просто выйти кофе попить на природе. Так, едет мотоциклист. Курьер. Здесь тоже домик. Ну, здесь еще, похоже, не живут, просто построили. А может и живут, вот верхние дома, верхние окна открыты. Ну, участок еще не облагорожен. И вот крайние дома. Здесь вот эти вот я уже вам показывала. У меня есть видео на канале, где я показывала, как шла к озеру к нашему, где у нас там лебеди, уточки живут, рыбки. Я тут по центру дерева орех. Там собираю по осени. Вот скоро ореховый сезон начнется. И тут почта. А здесь дорога на озеро. Ну вот, показала вам еще один участок нашего села. Всего до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще смотрит без подписки. Мне будет очень приятно, что люди меня смотрят, что им интересно. Всего до новых встреч. Пока-пока.